Шеф-повар Максим Григорьев. Суп-гуляш для детей. Какой матери не знаком этот раздирающий душу вопль: там лук, жир, морковка, мясо неведомой зверушки. Сам не знаю что, но выглядит противно, подчеркните нужное, не буду есть. Время приготовления 25 минут. Ингредиенты. Вода 1000 мл. Говядина мякоть 500 грамм. Картофель 600 грамм. Лук репчатый 2 штуки. Морковь 150 грамм. Паприка сладкая молотая 1 чайная ложка. Перец паприка 1 килограмм. Соль по вкусу. Томатная паста 1 столовая ложка. Чеснок 3 зубчика. Шаг 1. Ингредиенты, в общем-то, довольно обычные для любого гуляша: не менее 1 килограмма паприки, не менее 600 гр картошки, 2 луковицы, 150 гр моркови, 500 гр говядины, не обязательно вырезка, для этого рецепта сортность мяса большой роли не играет, лишь бы без осколков костей, 1 литр воды и приправы, соль, томатная паста и немного сладкой паприки. Взрослые сами могут свои порции приправить, кто как любит. Шаг 2. Морковь почистить и порезать крупными шайбами, положить в кастрюлю. Шаг 3. Лук почистить и порезать дольками. Шаг 4. Картошку и чеснок просто почистить, резать не нужно. Шаг 5. Мясо уложить поверх слоя овощей. Шаг 6. Перцы разрезать на половинки, выломать зеленые черешки, очистить от семечек и уложить блестящими внешними шкурками вверх. Можно чуть-чуть прижать их, но ни в коем случае не нужно резать на мелкие фрагменты. На нарезку овощей таким образом уходит 15 минут. Влить 1 литр воды, довести до кипения, убавить огонь и варить суп 3 часа. Дать остыть приблизительно 1 час. Или сколько времени у вас есть в распоряжении, можно, например, проварить с вечера, а потом оставить на всю ночь. Шаг 7. Извлечь паприку из супа, снять тонкую кожицу и выкинуть, мякоть вернуть обратно в кастрюлю. Процедура отнимет минут 5, кожицы с вареной паприки сходят очень легко. Шаг 8. Извлечь мясо из супа и измельчить любым приемлемым для вас способом. Оно уже мягкое, само разваливается, так что я раздергиваю его на волокна руками либо вилками. Слегка посолить мясо. На это еще пара минут. Шаг 9. Суп без мяса приправить томатной пастой, солью и сладкой паприкой, а затем перировать блендером или комбайном. 15 минут в начале на нарезку овощей, плюс минут 10 в конце. Вот и все время, которое требуется для приготовления этого супа от хозяйки. Шаг 10. Дополнительные приправы и мясо едаки могут добавлять в свои порции по желанию. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.